Бравл Старс, но я должен умереть. И если вам кажется, что это легко, то приготовьтесь поменять свое мнение. Начинаем через 3, 2, 1. Пойду в яд, но Гейл подкидывает меня и спасает от 3 рук джинов. У меня был вариант получать урон от яда, шипов или ошибок других бойцов, но они их не совершали, а в некоторые моменты я в принципе не мог подойти к яду. Если у меня получится, я надеюсь, что вы подпишетесь. Меня притягивала Джеки, телепортировал Грей, отталкивали гаджетом и притягивали ультой джины, перебрасывал Эль Прима, а Гейл вовсе не давал никуда пройти. Да, было несколько моментов, где я терял больше половины хп, но дальше этого не получалось пройти. Но я это и предполагал, поэтому установил секретный портал, и когда я туда попал, то уже никто не смог меня спасти, и я наконец умираю.